Еще утром 1 апреля жители улицы Заречная могли спокойно войти в свои дома. Сегодня уровень воды в их комнатах достигает 40 сантиметров. Последнее затопление здесь было в 2012 году. У многих кумылжан сегодня затоплены погреба, уничтожены хозяйства. На месте по-прежнему дежурят спасатели МЧС. По их словам, уровень воды достиг своего пика и потихонечку идет вниз.